Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу сагу War Tales. Дошли мы до провинции Вертрус. Закончилась у нас активность, полностью устали. Сейчас зайдем в город. Забежим на рыночек. Надо будет вот этот люк сразу вскрыть. Так, сейчас мы, значит, посмотрим. Знания. Бег, карьерные планы, ускорение. Взяли очки доблести максимально. Все остальное за книжечки купили. Так, в мастерской у нас факел, отмычка, крюк, рыбацкий крючок, палатка. Ну, все стандартно. Ничего не открывали, не можем открыть еще strategy table. Нужен умелец опытного уровня, а у нас умелец еще до опытного ровно в половину. В кузнечке мы открыли всем оружие, броню и щиты, поодевали всех. Этот щит от 5 уровня у нас, кстати, 5, раз, два. Эти ребята еще, которые могут щиты носить 4, так что подождем, не будем еще тратить. Хотел зайти в таверну. В таверне тут у нас есть. Заберем деньги за задание. Посмотрим, что тут у нас требуется. Помощь братья на задание. Ладно, тут пока не спешим. И возьмем вот этот свиток. Суп из угря. Суп из угря, мы можем его выучить. Нужно 2 угря, 2 капусты, 3 соли. Кстати, на свинину нам нужен фасоль, нам нужна, чтобы сделать свиную похлебку. И мед. Это то, что мы еще ничего не делали. Это глава наемников братства, мы его пока не будем трогать. Там долгий квест. Мы сейчас с ним не будем связываться. Так, капуста как раз дешевая. Хорошо, угорь у меня есть. Нет угря, нету. Фасоль есть. Странно. Возьмем капусту. Возьмем 2 угря. Так, а виноград у него есть? Нету винограда. И мы станем на ночлег на рынке. Так, смотрим. Суп из угря. Очки знания. Свиная похлебка. Очки знания. Все с едой. И становимся на ночлег. Что у нас с инструментами? 24. В принципе, можно нашего мастера оставить спать в палатке. Инструментов у нас хватает, пускай отдохнет. Так, все грибы. Разнообразим хлеб колбасой, мясом. Свиная похлебка 48, отлично. Отдыхаем. 26 очков взяли. И у нас 282 влияния. Я вот не помню, капитана мы сделали, да? Лейтенанта сделали. И гатер-то сделаем вторым лейтенантом за 100 очков влияния. Отлично. Все, должности раздали. Собираемся. И пока он... Так, ага, сейчас. Так, надеяться. Минус 2, 20 усталости. Минус 4. И одно лекарство. Исцелить лекарством. Лекарства нам не жалко. У нас 2 осталось. Мы еще алхимию не качали. Сейчас пробежимся и пойдем домой на базу качать алхимию. Так, все у нас здоровы. Потратили лекарство, одну бутылку. Забежим в мэрию.
В мэрии у секретаря узнаем, что куда-то пропадают деньги, кто-то нас грабит. А у мэра узнаем, что люди жалуются, что в канализациях что-то творится. Тут есть у нее сундучок. Обязательно прокачаем нашего вора. Блин. Да что ж ты будешь делать? Такой сложный первый. Тут есть записка, украсть мы ее не будем, потому что ее невозможно украсть, чтобы не попасть сразу в розыск на стол. Поэтому просто оставляем так, как есть. Возвращаемся на рынок. И вскрываем канализацию. Вскрыли канализацию, прокачали вора, спустились. Тут логово крыс. Зачистим его сразу. Заберем деньги с мэра. Задание хорошее, не надо никуда ходить. Сразу его взяли, деньги получили. Так, тут стая. И здесь. Больше, в принципе, нигде нету. Снизу нету, снизу нет. Так, как разделимся? Стандартно. По 4 в группе. Штурмовики наперед. Так, ниндзя из тылу. Смотрим, первая крыса вот эта. Дойдет она куда угодно. Поменяем местами нашего ниндзягу и закинем его вот сюда. Под обвал. Раздуплим факелом. Сильный. Обойду эту мышу с этой стороны или крысу. Вот так вот. И добьем ее яростью. Так, немножко отойдем. Так, вот эти две. Это не дойдет. Нас беспокоит вот это. С дальнего начнем игрока. Так, у него 100% на первый удар. Он и так убивает. Есть. Эту добили. И отойдем, не будем мешать подходить этим игрокам. Так, эта крыса не добежала. Так, смотрим, это добежит. А здесь вот это. Хороший удар. Яростью добили. Эй, не дотянулся. Нашего шахтера.
Так, смотрим. Вот это. Это добежит, да? Снизу. Да, оставим пока тут. В покое зачистим уже этот. Так. Запускаем лучника сюда. Дикий выстрел. И добиваем. Оставляем его за мечником. Мыши на подкрепление 3 к рядом стали. Так, а мы чистим эту сторону. Хороший. Яростью добили. Не убил. Так, эти уже будут тут выстраиваться. Эти 3 загородили проход. И пойдем аккуратненько под обвал, чтобы не попасть. 17% могу своего выпнуть. 16% стрёмно. Нет, не буду стрелять. Отношения сразу ухудшатся между ними. Придется перезагружаться. Так, эта мышь отходила. Остались вот эти 2. Чистить этих смысла нет. Они откроют проход. Этот не добежит. Под обвал попадет. Давай сюда за спину. Так, осталась дальняя крыса. Немножко. Вот так раздуплим. О, отлично, обвал тут стал. Накроет их. Так, ты... Добивай эту, чтобы она тут нам уже не мешала. И возвращайся. Вот сюда. Пошла обходить. Так, мы теперь что сделаем? Пробиться. Вот так вот факелом 3. Добиваем эту и с ножа добиваем. Нет, 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 вот эту. Да, ниндзяга лучше. Отойди. Так, и остались вот эти 2. Которые не ходили. В смысле, всего-то 3 осталось. Вот так. И надо уйти с-под обвала. Тут на обвал все равно стану, не получится. Лучник. Загородила себе проход. Может, с этой стороны, конечно, и достану. Не убил. Притормозил, но все равно достаю до мечника. Так, ты на всякий случай обойди с этой стороны, если эта мышь пойдет в эту сторону. Есть.
Есть. И готово. Валом ее не зацепило. Давай я рубану. Вот эту. Ты рубанешь вот эту крысу. Отлично. Зачистили подземелье. Забрали 15 клыков. Броню сейчас починим в кузне. Тури 5 уровень получил, это хорошо. Вот берем ему безрассудство, первый навык. Применяемый в каждом бою, наносит 100% больше урона. Просто шикарно. И я хочу ему накинуть ловкость, потому что у него вот так вот. Критический удар вырос на 1%. Накину ему ловкость. Я по десяточке всем делаю, тут в принципе хватает. И вот у нас еще. Так, закрываем. Мечник прокачался до 5 уровня. Даем ему контратаку. Если он стоял на месте, то лупит на контратаку. Это в мечниках самое шикарное, мне кажется, что может быть. Потому что дополнительно сносит врага. На карьерных планах докинем ему до десяточки критического урона. Это шикарно. Есть, чинимся в кузне. Нужен факел, чтобы сжечь. Сейчас быстренько сделаем факел. Кстати, надо посмотреть, что у меня с этими ребятами факелы есть. Хорошо. Так, вот так. И вот так факелы есть. И сожжем это логово. Все, логово сожгли. А болтать тут вообще нечего. Выходим. Так, у торговца зерно, ткань и смазка. Ничего не выкупаем, так оставим. Крысы. По две монеты. Крыс мы сразу продадим. О, соль, дешевая соль. Мы прям всю выкупим по одной монетке. 19 монет. Я просто мяснику тушки крыс продам. Отлично. Так, я хотел продать все безделушки. Вот тут костяной талисман на удачу продадим. Достанки стоят 0. Глаз я оставлю. Мне кажется, он на квест на новый может подойти. Ну, в принципе, все. Это мы переодели нашего капитана в найденные шмотки. От него осталась бронюшка и щит. А лук отдали нашему лучнику. Так, тут у нас пока все. Выходим, забегаем к мэру, забираем деньги. Не деньги. Дал 30 очков влияния. Ну и тоже ничего. Так, на кузне чиним броню. Так, в кузне облутать нечего. Зато у него есть вот эта книжечка за 100. Мы ее выкупим. И сразу ее выучим. Вот так вот. Так, собираемся и несемся дальше. Идем открывать последнюю локацию. Так, что у меня с веревкой? 7. В принципе, хватит. Крючка 3. Железо 30. Я сам сделаю. Неинтересно. Заберем цветы.
Заберем грибы. Так, облутаем. Как она тут называется? В общем, вот эту штуку облутаем. Так, так, не-не-не-не, ребят. Никаких кабанов. Позже, 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 позже. Сил у кабанов за нами угнаться не хватит. Что везешь ценного мне? Ничего. На обратном пути кабанов лупанем. Это арена. Там можно выиграть очень хорошее редкое оружие. Это мы сделаем позже, когда у нас будет оружие получше и броня. Так, и вот мы открываем Озенбергское пограничье. Заходим в него. И тут мы узнаем, что мы можем проходить бесплатно, потому что в город можно проходить. Так. Братство призывает все отряды наемников. Когда мы перешли сюда, открылся квест братства наемников. У них тут офис. Вот он огромный, но мы тоже в него пока заходить не будем. Открываем, чтобы взять очки знаний. Наша задача сейчас пробраться в город. Проберемся в город. И пойдем купим настоящую сталь. И в городе можно еще встретить, ну, шансов больше встретить торговцев, которые продают эту сталь. Так, нет, 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 ребят, не-не-не-не-не-не. Потом все квесты под... не ушел, не ушел. Че вам надо? Мы первые здесь оказались, проваливайте. Или здесь ваши пути закончатся, награда за расследование наша. Так, можно от них отмазаться и потратить 50 очков. Можно с ними сразиться, да? Ну, сами напросились. Не хотел я их трогать. Хотел по-мирному сходить в город. Ну, если они такие, значит, облутаем. Так, раз, два, три, и 9. Три здесь, три здесь. И где-то еще должны быть три, да? Ага, и вот три. Лучники есть, да, вот лучник. И вот два лучника. Так, значит, тут лучник есть тоже. Сюда ниндзяга дотянется до лучника. Наш лучник вот сюда в помощь, вот сюда в помощь. Мечник. Мечник не дотягивается. Вот так получше. Топорщик. И ниндзяга дотягиваются до всех. Так, вот этого топорщика можно перекинуть вот сюда. Так, вы четвером. И мы четвером должны завалить этих по три. Так, смотрим. Первый будет этот лучник. Привязываем его к мечнику. Не думаю, что мы его с одного удара убьем. Все-таки ребята 4 уровня. Но... ой, отлично. Ярость. Готов. Так. Не загороди проход. Вот так. Следующий. Этот лучник. Он на тебе. Лучника вот так. Факелом смысла нет, нам потом горение передаст. Троечку мы нормально снесем. Следующий будет вот этот. Давай его немножко обстреляем и замедлим. Смотрим, вот сюда он только дотянется до нашего ниндзяги.
Мы потихонечку будем за рязи выходить, обстреливать потом вот этих. Нормально так отравил. Так, следующий вот этот лучник. Стопроцентно больше удар первый. Шикарно. Не дотянулся. Так, ходят дальние. Не дотянулся, это хорошо. Тогда на тебе вот этот парень с топором. Есть. Троечку. Не пробил. Так, ну это твой. Силен, силен. Мародер. На семерочку. И задача ему еще на 16. Отлично. Так, твоя задача, если получится, пройди вот сюда. И вот этого мародера. 9%. Бля, ну как так, а? Просто неимоверно. 9%. 9%. Отношения ухудшились между ребятами в отряде. Я вообще этого не допускаю, чтобы они потом еще ныли всю дорогу. Блин, легче сначала начать бой. Поехали, лучник. Завалил. Следующий лучник. Отлично. Чуть его подраздуплим. Зайди со спины. Комбо ему удара со спины. И добил. Следующий вот этот. Отлично. Яростью добил. Так, это дальний. Попробую этого оттолкнуть. Вот так. И замедли его. Ну, не дойдет. Отлично. Так, и начинаем добивать вот этого. Давай,
Троечка ему. Отлично. Даже на ярость. И добил. Шикарно пока. Даже бронюшку никто не поцарапал. Прекрасно. И добил. Дальние враги. И у нас остался еще Гаттерд со своими шикарными ударами. Так, тогда, наверное, заходишь сюда. Хороший выстрел. Убил. Да нет, ребята, вы сами за мной гнались. Я не хотел с вами сражаться. Так, ну зайди сюда в уголок. Подраздупли его. Хорошо. О, Гаттерд-то факел закончился. Ну, он и не нужен. Что мы там с них облутали? Бронюшку 24. Ой, я ж не забрал еще. Так, смотрим. Плюс 2. Вот так вот переоденем Гаттерда. Так. Не усталость, усталость. Скоро у нас уже усталость. Нам до города нужно срочно добраться, чтобы там переночевать на рынке, да? А вот и город. Не дотянулся. Пойдем на набережную. Переночуем здесь, в уголочке. Так, сколько у нас инструментов? 24, 20 зерна. В принципе, факел. Нужны факела. Так, факел есть. Держи, дружище. У тебя факел есть, и 5 ударов еще на факеле. Так, лошади у меня с сумками и с подковами. Прекрасно. Крючков у меня мало, рыбацких, да? 3. Можно сделать парочку рыбацких крючков. Так, до стола еще далеко. И можно ложиться баньки. Так, это все съесть. Разнообразим. Вот так, вот так. Грибы. Новый суп из угря. Выпала зарплатка на 145. Отлично. Собираемся. Коль мы уже сюда пришли, выловим всю рыбу. Сардина. Окунь. Нет, окуня взяли. И
Еще одного у меня все готово. Заберем цветы. Так, местный рынок. Городской рынок. Так, смотрим. Есть виноград, яблоки. Мне не надо. Тут тоже ничего интересного. У тебя мята, хлеб, молоко. Так, ну у тебя вообще просто ничего нет. И ищем местную в аптеку. И сейчас скажу, зачем нам эта местная аптека. Посмотрим, может какое-то оружие есть. Оружия нет, но можем продать вот эту броню. Так, насколько я помню, минус одна броня, но зато там плюсует на оборону, плюсует на критические удары, да, можно продать. Можно продать щит. Тоже минусует на 3 брони, можно продать. Лук, само собой, да? Минус 4, конечно. Лук тоже можно продать. Еще хорошо денег заработали. Так. Местный бордель. Сейчас не до него. Как раз эти прошли. От моста мы пробежим. Таверна. И вот кузня. И аптекарь. И тут у аптекаря в продаже сразу есть неистовая сталь. По 10 монеток. Мы ее сразу выкупаем. Так, склянки тоже заберем. Отлично. Она тут восстанавливается, эта сталь, поэтому у нас уже есть возможность изучать новое оружие, броню, а не нам понадобится вон та сталь. Вот, например, 4 стали на тяжелую броню нужно. И все пока. А на меч тоже нужно 3 стали. То есть мы уже насобирали. У нас там тоже есть чего делать. Нужно прокачивать алхимика, чтобы научиться самим делать эту сталь. Так, зайдем на кузню. Книжечки у кузнеца нет. Инструментов нам хватает. Вот так, в принципе, мы город и открыли. Теперь я думаю, что я быстренько вернусь обратно в первые локации и начнем их зачищать, выполнять все квесты, и сюда уже придем в самую последнюю очередь зачищать этот город. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал.